Костянского технического университета на Георгиевича Мельников. Спасибо. Так, уважаемые коллеги, уважаемые друзья, сегодня прошел первый день такого замечательного форума. Были такие замечательные доклады, я сам с удовольствием для себя узнал новые направления. И тут уже пришло время у нас с вами бить барабаны. Бить барабаны для того, чтобы собирать команды, исследовать их, начинать реализовывать проекты по тем направлениям, которые сегодня были озвучены. Позвольте вам представить нашу студию этнической перкуссии «Электробит», которая у нас уже существует более 10 лет. Они составили студию «Московь», основные студенты, являются призерами, лауреатами первых степеней, первых наград многих конкурсов в России, зарубежных, не знаю, как в России, так и за рубежом. Еще один проект, который реализовали эти ребята, это на студии фестиваль «Ледяной музыки на Байкале». Действительно, многие барабанщики приезжают, кстати, в Байкал, поэтому в Байкале есть ближе. Эти ребята придут фестиваль, как для этих кинов делать музыку. И за 5 лет проводят уникальный фестиваль. Я большой благодарностью Наталье Николаевне обращаюсь, что она поддержала участие наших ребят в этом форуме. И немного нетрадиционная просьба, да, обычно говорят, давайте поднимем бокалы. Сейчас я попрошу вас увидеть ваши бокалы, тут вам понадобятся ваши руки. Итак, от нас вам и наш подарок. Пожалуйста.